дождь, сова. Он смеется и шутит, и с удовольствием пересматривает старое видео собственных выступлений. На этих кадрах Стас Бородин, диджей, музыкант и актер, полон сил, энергии и еще не в инвалидной коляске. Его роман с музыкой начался в раннем детстве. Все постигал сам, слушал записи, осваивал синтезатор на слух, а слух оказался абсолютным, учил английский. После школы поступил в музучилище, но так и не окончив его, ушел в армию. Счастливая судьба и там связала его с музыкой, самым причудливым образом. Общение со старослужащими закончилось для Стаса госпиталем, где, идя в столовую, он во все горло распевал песни. Так и встретил своего военного дирижера. Ко мне подходит мужичок вот этот вот в гражданской одежде и спрашивает: слушай, а какая гамма параллельна до мажору? Ну, это был действительно простой вопрос. Если бы он спросил какую-то другую гамму, не факт, что я бы ответил. Но он спросил параллельно до мажора, я ему ответил ля минор. Говорит, в оркестре хочешь служить? Я говорю, а там бить будут? Сказал нет. Военный оркестр стал хорошей музыкальной школой для Стаса. Он научился играть на альте, трубе, барабанах, до сих пор помнит и может сыграть марши. Демобилизовался с характеристикой из оркестра, мол, достоин поступления в высшее учебное заведение. Выбрал ГИТИС. 2 года слушателем, занятия, параллельная работа в клубах столицы, женитьба. Жизнь казалась прекрасной и насыщенной. Все изменила болезнь. Первый рецидив случился еще в период поступления в ГИТИС, в 2009-м. Но тогда она отступила. Оказалось, ненадолго. Мог говорить, мог ходить, все делать. Здоровый человек, как будто бы. Но потом хуже, хуже, хуже. И вот, пожалуйста. Я был уверен в том, что если на болезнь не обращать внимания, она обидится и уйдет. Да не тут-то было. Не ушла, осталась. Осталась и прогрессировала. Диагноз Стаса – рассеянный склероз. Болезни понадобилось 7 лет, чтобы усадить молодого 30-летнего парня в инвалидную коляску. Усадить, но не сломить. День за днем. На лекарствах и уколах, на преодолении себя, своей боли. Он садится за работу. Аранжирует, записывает диски. В Смоленске все знают его под именем диджей Танин. Что дает силы? Больше всего помогает, конечно же, моя мама. Мама – инвалид 2-й группы, и у нее было уже очень много операций. На позвоночнике. Она практически не видит. Но так или иначе, ее жизнерадостность и стремление и желание жить, наверное, помогает. И плюс, конечно же, музыка. Так они и живут. Стас, мама, 2 кошки, черная и белая. Живут на съемной квартире. Потому что есть лифт. Потому что есть пандус, настоящий, не для галочки, добрые люди установили. Вот только на аренду жилья уходит вся пенсия Бородина. А выступать зовут все реже. Вроде от музыки все в восторге, и сам Стас человек веселый и легкий. Но, увы, инвалид 1-й группы. Для обывателя безбарьерная среда и социальная адаптация инвалидов – понятия далекие. Для Стаса – жизнь. С нелепыми пандусами, по которым невозможно подняться, с бордюрами, которые трудно преодолеть, с ямами во дворах, которые разбивают коляску, его связь с внешним миром. И с осторожным дистанцированием от человека с ограниченными возможностями. Стас много смеется и шутит. А еще ужасно не хочет, чтобы его жалели. Однако не все проблемы он в состоянии решить самостоятельно, с тем же жильем или трудоустройством. И если вас не оставила равнодушным история Стаса, вы всегда можете связаться с ним и предложить свою человеческую поддержку и помощь. Алена Пашина, Андрей Немощенко, новости СС. Диджей Танин. Генератор хорошего настроения.